это то место, где несколько дней назад погибли два российских журналиста. Шел тяжелый бой за «Металлист». Сейчас украинские военные находятся на высоте приблизительно 1800-2000 метров отсюда. А вот в этом направлении, приблизительно 1,5 километра, находится детский дом, который до сих пор не эвакуирован. Перемирие заканчивается 27 числа по заявлению Порошенко. И судьба этого детского дома на сегодняшний день остается крайне печальной. Детский дом находится в зоне поражения украинской артиллерии. Что будет завтра, послезавтра, никому не известно. Судьба детей не безразлична всем, кто находится на этой высоте и будет защищать ее. Пожалуйста, пустите нас, министр образования Луганской Народной Республики Ларчева Олеся Михайловна. Разрешения никого пускать не будут. Ну сейчас я прозвоню. Потому что я же говорю, эвакуация с ними, это просто очень сложно. Найти такого же рода учреждения, это невозможно. И тем более, что юридическая сторона тогда опекун. Нужно сделать детей... Национализацию, да, это нужно принять в парламенте. Ну, это, понимаете, это все очень сложный юридический процесс. Вариант, я понимаю, что это единственный вариант. Ну? Ну, просто обратите внимание, насколько порядок в этом учреждении. Пищеблок, я просто была поражена. Вы просто даже посмотрите, вот пищеблок, смотрите, какая красота, какая чистота. И прачечная здесь, даже запаха не ощущается, что здесь где-то что-то, понимаете? И шкафы обустроены, там вообще ничего, я думаю, главное, как показывала. Надо было вам в архивы дать. Ну, вы так, мы слегка, мы сильно не будем. Мы на море не будем становиться. Да. Здесь шкафы даже обустроены, горячий воздух проходит так, чтобы не было запаха белья, понимаете? Вот вам комната гигиены, можете отснять тоже. Вот, пожалуйста, это комната гигиены. Пеленальный столик. Вот, комната гигиены. Да. Ой, наверное, там у нас уже некрасиво. Нет, все красиво, наоборот, все абсолютно прекрасно. Так как оно есть, и рабочий момент. Проходите. И вы обратили внимание, что в этом учреждении нету, не написано. Обратите внимание на столики, как сделано все для деток, для того, чтобы они могли кушать. Можно чуть ближе снять, можно будет? Да, проходите, мы тут коврик сняли, можно ходить. Они тут не ползают, в принципе, когда-то лежат. Запаха белья никакого нет. Видно все, да? То есть это, наверное, не очень красивый шкаф. Ну, ничего страшного. Вот, пожалуйста, это любой, все какой, совершенно какой прекрасно. Бы не открыли. Я просто, это, как говорится, житейское и замечательно. Просто замечательно. Самое интересное, что не до красоты, а просто так, как ко мне есть. Деточки, те, которые нуждаются в постоянном уходе, ежеминутно, можно сказать. Я не буду на коврик, упустил. Погремушечку. И вот ребеночек рядом возле вас прям находится. Вот.
это те дети, которые госпитализация, ну просто допустим, то есть вы понимаете, да, эвакуировать их невозможно. Обратите внимание, какой порядок. Заметьте, что нас никто не ждал, никого не предупреждал. Ну так тут, спонтанно. Конечно, в майке мы по-домашнему, мы ничего, ничего. Может, как ходить, надо не всюду это показывать. Вот, пожалуйста, комната гигиены, то же самое. Посмотрите, просто. Мягкие волосы, добрый вечер. Дядя сейчас идет поздоровается. Здравствуйте. Здравствуйте, поздоровайтесь. Это психологически очень тяжело, потому что между дневное время, когда мы должны жить, развиваться и чувствовать себя нормальными, полноценными людьми, почему-то, понимаете, кто-то хочет, извините, выбрать нас с нашей территории, запретить нам нормально, полноценно жить. Еще на всякий случай убить. И еще на всякий случай убить, да. Это, понимаете, это самое страшное, наверное, из всего того, что есть. Основная проблема эвакуации этого дома – то, что здесь находятся детки, которые нуждаются в спецтранспорте для эвакуации. И, соответственно, в условиях, куда мы можем их передать, допустим, в дом малютки, только с такими же условиями. Потому что они нуждаются в специализированном эвакуации. Здесь находится 86 детей, из них… 45. 45 лежачих, 12 из них в тяжелом состоянии. В тяжелом, то есть постоянную форму необходимо. Даже не будут сами перевернуться. Понимаете? То есть без моего персонала это просто невозможно. Учреждение находится в зоне боевых действий. В случае окончания перемирия и начала атаки на Луганск украинских войск, дом малютки, который невозможно эвакуировать, окажется под... Да, в зоне риска. В зоне риска. Самая большая зона риска. Потому что не так далеко от самого расположения дома малютки уже находится окоп. Воронка от разрыва мины 120 это позиции украинских силовиков. Именно на этой высоте был разбит батальон «Айдар» и перестал существовать как боеспособная единица. Там вел бой батальон «Заря».